Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня с вами эксперт по пасхалкам расскажет все самые крутые и все самые новые пасхалки на карте Сакура и просто в хэллоуинском обновлении. Поэтому прямо в эту секунду прожми огромнейший лайк, подпишись на канал и напиши любой хороший комментарий. Поехали! Ну и куда это вы собрались, ребята? А как же халява от кента? Прямо в эту секунду прожми лайк, подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. И, конечно, самое главное, посмотри все видео без перемоток, если хочешь получить эту малышку и этот крутой новый нож Танта. И первое, о чем хотелось бы сказать, то что если вы, ребята, прямо сейчас нажмете на ID, то ID скопируется. Я уверен, то что вы про это даже не знали. Так что, ребята, первый лайфхак уже был. А, стоп, это уже добавили в прошлом обновлении. Не, ну мало ли кто не знал. Все, ребята, приступаем к хэллоуинскому обновлению. Внимательно посмотрите на этот камень и что видите. Вы тоже видите портал. Прямо сейчас мы прыгаем! Ладно, шучу. Короче, ребят, смотрите. Обратите внимание на эти глаза, да? Вот вы думаете, что просто обычные глаза, да? А теперь мы идем влево. Теперь мы идем вправо. И это просто иллюзия обмана какая-то. Чтобы понимали, ребята, эти глаза еще у всех отображаются по-разному. То есть, если у нас было бы два человека, я бы, наверное, пошел вправо, а человек пошел влево, то у него бы они пошли бы влево, а у меня бы они пошли вправо, потому что они у каждого игрока отображаются индивидуально. И, ребята, просто посмотрите, как это прикольно. Идешь и такой смотришь влево, и хренак за тобой следят, ребят. Ну, это стрёмненько. Обратите внимание на эти глаза, ребята. Они смотрят на того, кто не поставил лайк и не подписался на канал КентПК. Просто посмотрите, они еще вас сожрут. Поэтому, ребята, мой вам совет, исправьте эту проблему. А теперь, ребята, обратите внимание на вот эту висящую фиолетовую штуку. Я, честно говоря, без понятия, что это такое. Но мои подписчики мне помогли найти ответ на этот вопрос. И прямо сейчас вы его увидите. Ну а вот и эта фиолетовая штука. Это, ребята, отсылочка к Charm Soul. Ну а для следующей нашей пасхалочки нам надо пройти в сторону Ланга. И тут есть секретный проход, которого нету на обычной карте Сакура. И вы посмотрите, а кто это стоит? И сейчас внимательно слушайте, просто внимательно! Подождите. Она реально должна кричать! Ну, короче, ребят, не знаю почему, в закрытом лобби ничего не работает, но если вы зайдете в открытое лобби, 100% она должна кричать, и вы услышите такие звуки по типу «Аааа!» Вы поняли, да? Ну, а прямо сейчас, ребята, посмотрите на эти фиолетовые овалы. Я вам скажу только одно. Честно говоря, я сам хз, что это такое, пацаны, мало ли кто знает, пожалуйста, напишите в комментарии, потому что я вот смотрю, вообще не понимаю. И да, еще одна пасхалочка, если вы все это переведете, то тут написано продажа билетов слева и справа. Ну а для следующей нашей пасхалочки нам, ребята, надо прийти на план Б и внимательно послушать просто звуки. Наслаждайтесь. Ну чё, обосрались от страха? Ну а прямо сейчас вам покажу незначительную пасхалочку, потому что по всей карте написаны такие красные надписи. Тут написано leave, что в переводе означает выйди. Там написано, например, надпись close, что означает магазин закрыт. А там чуть дальше написано run, что означает беги. Ну а прямо сейчас вам покажу еще одну очень прикольную пасхалочку со светом. Правда, к ней довольно-таки трудно добраться, но, ребята, у нас все выйдет. Внимательно посмотрите, какое же у нас красивое небо, реально очень красивое, такое прям видно космос, все галактики. Ну а если мы подойдем прямо сюда, то обратите внимание на мои руки. А вот, смотри, просто посмотрите. Как же это прикольно. Если бы тут стоял персонаж, то вы бы видели, как он красиво переливается, и это реально выглядит, как будто такая пасхалка от разработчиков, а не просто бак с освещением. Я очень надеюсь, что это так и есть. Я думаю, не все заметили, но ребята изменили бигборд, и просто посмотрите, насколько же все это красиво, потому что все это сделано в стиле новых хэллоуинских брелков, и теперь этот код похож на какой-то реально брелочек. Я не знаю, что тут написано, но тут есть рядышком еще один бигборд, и я прямо сейчас вам покажу и даже расскажу перевод, потому что разработчики для нас сами сделали пасхалку. Это просто капец, я полчаса ищу тот странный бигборд, я в итоге его не нашел. Но там написано счастливого Хэллоуина. Ну что же, а прямо сейчас я покажу еще одну пасхалочку, потому что, ребята, вы на этой пасхалке видите измененный бигборд с карты Сакура возле планта Т. Ну а прямо сейчас будет вообще просто нереально пушечная пасхалочка, которую мне пасхал мой модератор. Вы прямо сейчас смотрите, да? Вроде бы это обычная книжечная плочка, но ни хрена подобного, ребята. Подлезаем сюда, да? Теперь встаем на этом месте и сейчас мы взлетаем! Так, не понял. Почти. Так, с первого раза вышел. Давайте еще раз. О, идеально. Я вам даже сейчас покажу видео. Просто чекайте. Мой подписчик Азиз берет нахрен и взлетает. Надо стать конкретно в то место. И сейчас мы попробуем сделать то же самое. Ну что ж, давайте попробуем последний раз. Просто, ребята, у меня руки растут не с того места. Я покажу конкретно в это место. Теперь я встаю и просто прыгаю.
О, кстати, реально вышло, ничего себе. Ну, в общем, ребят, вы поняли, если у вас руки растут в правильное место, то у вас это выйдет еще гораздо быстрее. И да, ребята, я все-таки наконец-то нашел тот самый стикер, на котором написано «Счастливого Хэллоуина». И если кому интересно, то это тот самый стикер конкретно из спинов. А вот и он. И, кстати, да, еще одна посылочка, то что если мы подвигаем, то теперь у нас будет злая рожица. Если подвигаем вправо, теперь будет обратно обычная, обратно злая. Тоже прикольно. Ну а прямо сейчас, ребята, посмотрите, охота за душами, да? Запомнили этого персонажа, и вы помните в режиме самого этого персонажа, и теперь мы листаем самый-самый конец голпаса, и мы видим опять же этого персонажа. Ребята, я вам скажу только одно, я очень сильно хочу надеть этот чарм Якай на мой АВМ Трэшер Хантер, потому что, ребята, это единственный чарм, который мне реально понравился, который я реально кайфую. Ну а прямо сейчас уроки английского от Кента. Многие из вас не знают, что это за коллекция Cursed Souls. Ну как, они знают, что это за коллекция, но они не знают, как это переводится. А это переводится «Проклятые души».